Поросенка, дорогие друзья. Привет. Давно увлекаешься Высоцким? Ну, вообще не давно, но меня это подцепили родители. Ах, вот кто виноват. Ну, тебе нравится? Очень. Ты на них, так сказать, счастлива, наверное, даже, что они тебе познакомили, правильно? Очень. Очень счастлива и ну, очень благодарна. Ну что ж, а мы желаем тебе удачи и будем смотреть за твоим выступлением. Про ребенка поросенка. Баю, баю, баюшки, баю! Что за привередливый ребенок? Будешь вырываться из пеленок, я тебя, бай, баюшки, убью. Да чего же голос тонок, звонок? Просто баю, баюшки, баю! Всякий непослушный поросенок вырастает в крупную свинью. Погибаю, баюшки, баю, дым из барабанных перепонок. Замолчи, безгривый поросенок, я тебя, бай-баюшки, убью. Если поросенком вслух с пеленок обзывают баюшки, баю, даже самый смирненький ребенок превратиться в будущем в свинью. Аплодисменты.